«Костюм Линдси» только сегодня абсолютная сногсшибательная премьера многослойного костюма, который сделает из вас спортсменку, комсомолку и еще больше красавицу. Лаконичный и стильный костюм на каждый день, который действительно подойдет для использования его не только в сейчас демисезонный период, это весна, это лето, но и для спорта, для поездок, для путешествий, для встречи, майские праздники прекрасного настроения. Обратите внимание, свободный силуэт, который дарит движение, комфорт, который дарит вам вот это дыхание и, конечно же, самое главное, возможность в нем двигаться, заниматься спортом, ходить, гулять, перелеты совершать. Здесь 95% хлопка, а это значит действительно уверенности в комфорте в течение всего дня. Вы можете носить с носочками, с колготками, вы можете уже сейчас носить такой костюм с жилетом, с курткой. Допустим, если вы уже заказывали у нас, были хорошие такие курточки, ветровки, обязательно звоните и заказывайте. Такой костюм на целый год, он прекрасно впишется в ваш гардероб. И причем действительно, чем мне нравятся такие красивые однотонные варианты цвета, хороший, плотный, на нашем хлопке, а здесь у нас получается и худи, и брюки, да, с именно эластичной лентой, он прекрасен. Изнутри действительно 95% хлопка, посмотрите, хороший футер, прекрасное плетение, действительно ювелирные швы, благодаря которым мы видим хорошее качество, а значит, такой костюм за эту цену будет служить вам верой и правдой долгие-долгие годы, мои дорогие. От цены 3499 рублей вы можете еще убрать минус 10%, если вы оплачиваете своей банковской картой. Я вам искренне советую выбирать сегодня красивый сиреневый, глубокий цвет, насыщенный, знаете, такой баклажановый оттенок. И мне нравится, что кулиски выполнены в белом оттенке, красиво. И, конечно же, эффект многослойности, что внутри у нас с вами футболочка. Дальше. Мне нравится бежевый песочный, пожалуй, самый классический оттенок, да, такой casual вариант, пожалуйста, и с кожаной курткой, и с ветровкой, и с пальто, и с плащом вы можете его носить. Мой выбор сегодня фисташковый, конечно, такой весенний цвет, в котором уже хочется заниматься спортом, бегать, отдыхать. Очень красивый, редкий, изумрудный, темный, зеленый цвет. Если вы любите темную палитру, как раз то выбирайте его. Опять же повторюсь, что в эффекте многослойности внутренняя часть худи у нас в белом цвете. Ну и, конечно же, черный цвет. Также обратите, пожалуйста, внимание, мои хорошие, что черный цвет как раз в эффекте многослойности, белая худи. Итак, внимание, костюм состоит из двух вещей. Это внутренняя, да, это куртка кенгуру. Почему она называется кенгуру? Потому что вот здесь вот у нас кармашки. И это, конечно, у нас с вами вот такая, такой удобный капюшон, который также вы можете надевать, носить. Здесь нет никаких застежек, в нем удобно, в нем комфортно. А самое главное, две вещи прекрасные. Прекрасная, да, высокая посадка брюк, посмотрите, которые прекрасно, идеально садятся на бедрах, на ножках. Внизу также у нас представлена эластичная манжета, которая ни в коем случае не будет пережимать, можно чуть короче их сделать, они не идут в обтяжку. Можно вот таким образом убрать эффект многослойности или выпустить его, самое главное. У нас цена 3499 рублей, лучшее предложение, размерный ряд есть, 52, 54, 56, 58, 60, 5 размеров. И я рекомендую выбирать на один размер больше, и особенно почему. Вот смотрите, сейчас мы будем делать замеры на, внимание, 54 размер, мои хорошие. Смотрите, здесь самое главное, смотрите, это высота куртки, да, то есть у нас длина нашей куртки составляет 67 сантиметров, плюс 4 сантиметра у нас как раз, это как раз подворотик, именно внутренняя составляющая, белая, как футболочка, да, которая здесь у нас как раз вот именно уже, да, пришита. Дальше смотрим с вами полуобхват груди на 54 размер у нас, смотрите, обращаем внимание абсолютно на все, 62 сантиметра. И по бедрам, почему я и говорю, что нужно выбирать на один размерчик больше, по бедрам, обратите внимание, есть эластичная лента, но она не тянется, 54 сантиметра. Видите, она достаточно
достаточно упругая за счет многослойности. Поэтому из этого мы делаем выбор, что больше на один размер, как на мне, вам будет комфортнее. Что касается брюк, да, мы делаем как раз именно с вами сейчас замерчик по брюкам. Смотрим, у нас полуобхват талии на 54 размер составляет, внимание, 50 сантиметров, смотрите, да, ну есть еще легкая растяжимость, но зачем вот 50 сантиметров. Дальше по бедрам мы смотрим с вами, у нас полуобхват бедер составляет, внимание, 56 сантиметров, то есть, видите, плотный он, хороший, он не просвечивается, и при этом нужно выбирать на один размерчик больше. И длина наших брюк, я уже сделала замерчик, 103 сантиметра. Но здесь есть эластичная манжета, благодаря которой вы всегда можете их немножко присобрать, они могут быть немножечко покороче, вот таким образом, да, чтобы вам было действительно комфортно. Я подбегу к Свете и покажу, продемонстрирую. Мои дорогие, прекрасное, удобное предложение, пожалуйста, выбирайте, выбирайте для себя. Посмотрите, вот, пожалуйста, на любой рост, удобные, комфортные, плотненькие, не пережимают ни в коем случае. Хорошая посадка, причем, знаете, что мне лично нравится, да, что вы надели вот кеды, кроссовочки, надели, и все, этот костюм идеально вписался в вашу жизнь. Любые перелеты, любые поездки, вот у меня есть подобные костюмы, знаете, я его ношу везде, я просто... Начинается весна, я его не снимаю. Я в автомобиле, я перелеты совершаю. Я понимаю, что я вот надела куртку или жилет, все. Для меня костюм это палочка-выручалочка. Я себя чувствую удобно, я себя чувствую очень, да, динамично. Я могу заниматься, я могу бегать, я могу, да, очень быстро, активно двигаться. Мне не нужно думать, где мне что нужно поправлять, потому что этот костюм пишется в ваш гардероб. У нас сегодня представлено 5 роскошных цветов. Сиреневый, бежевый, оливковый, прекрасный, с фисташковой, изумрудный, черный цвет. И главное, что сегодня наша цена лучшая, 3499 рублей. Стирка при температуре 40 градусов. Все, и он пишется в ваш прекрасный гардероб, а самое главное, станет самым любимым в вашем гардеробе. Выбирайте, выбирайте движение и самое главное, на один размер больше.